Больной Лолите Милявской отказали в помощи в Америке. На днях Лолита Милявская побывала в Америке. В какой-то момент у артистки подскочило давление. Однако в аптеке ей отказались продавать лекарства. Лолита Милявская с гастролями побывала в США. Там у артистки начались проблемы со здоровьем. Из-за многочисленного перелета и перемены климата у Лолиты повысилось давление. Артистка решила купить лекарства, чтобы поправить самочувствие. Но ей отказали в помощи. Давление шарашит страшно. Пошла в аптеку таблетки попросить. Говорят, продадут только в том случае, если врач напишет рецепт. Буду стрелять у музыкантов. Не растерялась больная Милявская. Тем не менее, исполнительница, которую сопровождал супруг Дмитрий Иванов, нашла в себе силы прогуляться по городу и осмотреть достопримечательность. В Америке все насыщено. Нью-Йорк красивый, чистый, вылизанный. 3 года назад был неухоженный. Наверное, мэр сменился. Цены не маленькие. Непонятно, кто ходит в магазины. Они все пустые. В 7 утра пошла гулять по Манхэттену и увидела, как устанавливают знаменитую елку. Ее показывали в фильмах «Один дома». Она настоящая и очень сильно пахнет, рассказала Милявская.